Товарищи, действительно нас сейчас здесь больше, чем на предыдущих профсоюзных митингах. Но я не думаю, что это повод для какой-то великой радости или для самоуспокоения. Потому что на самом деле, конечно, нас здесь пока еще очень и очень мало. И тем более, когда мы ставим такие большие задачи, мы говорим о том, что мы должны остановить проведение антисоциальных реформ, которые уже намечены правительством или, во всяком случае, правительствами и министерствами. Для того, чтобы это случилось на самом деле, нас должно быть гораздо больше. И мы должны быть гораздо решительнее. И мы должны быть гораздо более уверены в себе, чем сегодня. У нас в России странные обычаи. Мы готовы выйти на митинг или на демонстрацию за что-то очень абстрактное или за что-то очень красивое. Мы можем выйти на демонстрацию за вообще честные выборы. Мы можем выйти на демонстрацию, потому что нам вообще не нравится то, как мы живем. Но когда речь заходит о том, чтобы выйти на защиту своих конкретных прав, своих собственных и коллективных интересов, когда речь заходит о том, чтобы встать и побороться за свою зарплату, за свою будущую пенсию, за свои условия труда, за свое личное достоинство как работника, за коллективные интересы своего коллектива, опять же, своей профессии, своей отрасли, за то, что вас непосредственно касается и что является действительно основой вашего повседневного существования, и то, из чего на самом деле состоит ваше достоинство и наше демократическое будущее, потому что не может быть будущего без защиты своих прав. Так вот, когда речь заходит о том, чтобы защитить все это, мы вдруг оказываемся слабыми, мы вдруг оказываемся бессильными, мы вдруг оказываемся испуганными, мы вдруг начинаем бояться начальства, мы вдруг начинаем бояться сказать свое слово, мы вдруг начинаем чувствовать, что нас мало. Этому надо положить конец. И надо понять, что вопрос о демократии в России – это вопрос, в том числе, и, может быть, в первую очередь, о наших трудовых правах, о наших социальных правах, о нашем достоинстве как работников, о свободных профсоюзах, о праве на забастовку, о праве на самоорганизацию, о том, будет ли у нас достойная пенсия, и о том, будут ли у нас сильные организации, которые способны все это защитить. Но мы собираемся, мы организуемся, мы действуем, мы боремся. И мы не отступим. Спасибо.